Акционерное общество «Казтрансойл» проводит рекультивацию исторически загрязненных земель в Западно-Казахстанской области. На одном из участков нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» уже восстановили 4 гектара земли. Это территория Акжаикского района области. На природоохранные мероприятия компания направила свыше 1 000 000 000 тенге. Загрязнение земель произошло во время строительства и на первых этапах транспортировки нефти по нефтепроводу «Узень-Атырау-Самара» в 70-х годах прошлого века. Этой осенью было очищено 4 гектара загрязненного нефтью грунта в Акжолском округе. На место выемки завезли чистый грунт и засеяли его кормовыми травами. Технической рекультивации проводились работы по выемке, снятию загрязненного нефтью грунта, транспортировка для дальнейшего обезвреживания. Биологический этап рекультивации – органические, минеральные удобрения, добавки. Также проводился посев многолетних семян с последующим поливом. После окончания работ компания провела лабораторные исследования почвы. Восстановленный участок земли передали Акжаикскому району. В 70-х годах здесь произошло загрязнение земель нефтепродуктами. Сейчас «Казтрансойл» очищает эти территории. В прошлом году житняк посеяли, теперь здесь хорошее пастбище для села. Они, значит, эти загрязненные земли опять вводят в оборот, то есть в пастбище. Так как наш район является аграрным сектором, это нам очень отрадно. Пользоваться очищенными пастбищами. В целом проект по рекультивации загрязненных земель вдоль магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» реализуется с 2011 года. За 10 лет восстановлен плодородный слой почвы на 20 гектарах земли. Потагоз Базарбаева, Булат Шарылгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24.